müharibə mənim üçün bir iz buraxıb, nipriyatlı iz, çox xoşa gəlməz izdir. Ona görə ki, bir var bu konfliktdə, konkret bilirsən ki, армянская сторона пострадала, сторона, и знаешь конкретно, азербайджанская сторона пострадала, да, там кто-то, люди. Но когда смешанная семья, один из родителей армянин и один из родителей азербайджанец, это я вам сейчас могу сказать что-то, но вы это не поймете никогда. Потому что это пережила я, любя свою маму и любя свою папу. Но страдали мы очень сильно, пока переживали все эти события. Потому что это такие чувства интересные. Вот с одной стороны, армянка, мама чувствует, что кто-то неправ, там кого-то винить. С другой стороны, естественно, тут не может быть и речи о том, чтобы как куда-то там как-то отдельно думать о папе, отдельно думать о маме. Мы думали о семье в общем. Но в семье же все-таки есть разница в национальности. И это как какой-то очень неприятный отпечаток был на нас. И потом он постепенно, знаете, это как ярохимия, да, Пеля? Никогда в жизни бы не подумали, что может быть такое. У смешанных семей вдруг такая проблема. Что делать? Конфликт там, мама у нас армянка. Как это скрыть, как это вообще, что сказать. Ну, постепенно все-таки мы привыкли к тому, что это нормально. Это маленький национальный мир, в котором мы живем. И в этом мире можно жить в согласии. Привет, почтенные бакинские ребята, интеллигенты, работяги и лоты. Мы все росли в том нашем городе когда-то. 7:40 пели веродарц и баяты. Салам советским крепостным и ясамарским, шалом друзьям моим джудмэлядан. Армяникинским, Баревнер и Спандарянским, всем остальным здоров, кого забыл, Берден. Привет, бакинское метро, и крепость древности Идро, и дом правительства, что всех дворцов покруче. Но здравствуй, юность и добро, и атмосферы той тепло, и лиц радушие, и мир тот самый лучший. Тут подрастали сразу зрелыми мужчины, кщиками твердили Трамарт и Пес, давали слово, если то не для витрины, и доставалось тем, кто на рожон полез. А как умели уважать седины старших, не сквернословить при соседстве рядом дам. Нас так учило молоко мамулек наших, народ вокруг, каспийский ветер весалам. Привет, восьмой из Сабунчи, нефтяник нынешний Нефчи, и стадион, где пропадали мы с друзьями. Тебе поклон, мой двор и дом, сад Малаканский за углом, и здравствуй, Шихова, Бакинская, Майами. Вы встали на смерть в годы трудных испытаний, в три пота бились у станков на буровых, и шли вперед во благо мирных созиданий. Наши деды, герои подвигов былых, творцы и гении прошли тут институты. Здесь Ростропович и Ландау проживал и пел муслим на берегах Бакинской бухты. И все болели, когда Гарик побеждал.
Зеленый театр, здравствуй наш, и книжный с мархами пассаж, гостеприимство салам лар и хлебосоль, и институту мой привет, где проучился 1000 лет, друзьям, кому все это дорого, тем более. Отцам и дедам мой привет и вечный мир, кого уж нет. Поклон мой всем, кто жил там, на Бакинском взморье.